дорогуша. Как же она расстроилась. Подошва. Мы с Сазаном принадлежим друг другу. Не так ли, любимый? Девушка. Я пришла к тебе. Хотела взять тебя за руку. Почему ты поступил так, Озан? Почему? Аслым? Где я? Что происходит? Любимый, ты проснулся? Берчин, что здесь происходит? Успокойся. Случилось то, что должно было произойти. Берчин, что ты сделала? Черт подери, ты опять играешь, что ли? Озан, послушай, я расстраиваюсь, не надо. Берчин, как мы сюда пришли? Ты что, правда, что ли, не помнишь? Нет. Все, что я помню, мы в гостиной говорили. Я тебе говорил, что я не люблю тебя, что хочу расстаться с тобой. Я сказал, что я люблю Аслым. Я сказал, что я знаю о том, что вы провернули за моей спиной. Вот и все. Больше ничего я не помню. Озан, почему ты так поступаешь? Сначала ты дашь мне надежду, а потом делаешь вид, будто ничего не было. Я умоляла тебя. Умоляла, чтобы ты не бросил меня. Я сказала тебе, что я ни в чем не провинилась. Что все это задумала и реализовала моя мама. А потом ты подошел ко мне. Обнял меня. Скружил мне голову. Ты что, серьезно ничего не помнишь? Черт подери, я ничего не помню. Тогда это из-за лекарств. После операции ты принимаешь очень тяжелые лекарства, из-за них ты все и забываешь. К тому же, разве ты не говорил мне, что когда принимаешь эти лекарства, ты чувствуешь, что ты будто во сне? Нет. Нет, я... Я не мог настолько сильно потерять контроль над собой. Я не мог бы так поступить со сном. У нас с тобой ничего не было, Берчин. Послушай, Берчин, между нами ничего не было. Из-за лекарств я заснул, и все. Я люблю Аслым. Заруби это на носу. Озан, посмотри на меня. Я девушка, которая станет твоей женой. Ты принадлежишь мне, я принадлежу тебе. Никто не сможет это изменить. Не позволяй Аслым вставать между нами, хватит. Послушай, послушай, она слепила тебя. Озан, не уходи. Озан. Рано или поздно ты станешь моим. Ты забудешь ее. Хорошо. Мы не были вместе. Но Аслым будет думать иначе. Она расстанется с тобой раз и навсегда. Но я всегда буду рядом с тобой. Озан.
Сколько раз она звонила мне? Наверное, она уже узнала правду о Берчин. Аслан? Доченька, что случилось? Почему ты плачешь? Мама. Мне очень плохо. Доченька, почему ты плачешь? Что случилось? Ты с Сузанном разве не поговорила? Что случилось? Расскажи мне. Я видела Берчин и Узана. Как он мог так поступить, мама? Как он так мог со мной поступить? Ну же, Берчин, то, что ты хотела сделать, давай сделай уже. Узан и Аслан не должны воссоединиться. Значит, вот в чем заключался твой план. Тебя стоит бояться, Берчин. Алло, ты увидел фотографии, которые я отправила? Сейчас увидел. Вот что я хочу сказать, Аслым это видела? Я сказала ей, чтобы она пришла к вам. Видела, конечно. Бедняжка, рыдая, убежала отсюда. Я делаю все, что положено. Ты тоже не сиди без дела. Твою любимую нужно соблазнить, сам понимаешь. Позвони и узнай, как она. Ты плачешь без конца, ты же убиваешься, доченька, ну не надо. Слушай, я правда ничего не понимаю в этом деле. Раз уж Узан узнал, что не Берчин дала ему почку, чего же он сразу пошел спать с ней, а? Я хотела ему сказать, что я все узнала. Я хотела сказать ему, что Берчин устроила эту игру, чтобы разлучить нас. Мы должны были воссоединиться. Они были в комнате Берчин. Они были в одной постели. Все кончено, мама. Все кончено. Тебе звонит Узан. Как он смеет звонить? Чего он пытается добиться, я понять не могу. Дочка, позвони хотя бы, скажи, что ты занята. Иначе он без конца будет звонить. Да, Узан. Аслым, ты дома? Я еду. Нам нужно поговорить по поводу Берчин. Нет, я не дома. У меня есть дела. Хорошо, тогда давай встретимся в университете. Узан, Аслым, пожалуйста. Мне нужно увидеть тебя. Это важно. Я жду в университете. Он едет в университет. Говорит, что нам нужно поговорить. Ты пойдешь? Нет. Я не хочу видеть его лицо. Аслым, ну что, ты смогла найти Узана? Я волновался. Нет, я не нашла его. Ты можешь прийти в университет? У нас просто есть с тобой кое-какие дела. Я скоро буду, конечно. Это учитель Фатих. Зовет меня в университет. А если я вижу Узана? Если ты увидишь его, что ты сделаешь? Ты скажешь, что ты все видела? Я не знаю, мама. Я не могу столкнуться с ним. Аслым? Где тебя носит? Я везде тебя искал. Пойдем в мой кабинет поговорим. Нам не о чем говорить. Я хочу уйти, у меня очень много дел. Аслым, что происходит? Тебе не кажется, что мы должны поговорить? С чего это вдруг? О чем мы должны поговорить? У меня есть дела, я пойду. Ты не получил конверт, который я отправил тебе? Это доказательство того, что сделала Берчин. Однажды мы оба знаем правду. Но знаем мы что, Зам. Думаешь, это поможет не забыть то, что ты сделал? Между нами все кончено. Ничего не осталось.
Мне кажется, ты сейчас должен быть счастлив с Берчин. Что такое говоришь, Эслен? Я расстался с Берчин. Она с мамой объединилась, и они нам нажали. Тебе тоже это известно. Ну хватит. Хватит. Я не хочу все это слушать. Будто ты не врал мне никогда. А ты не держись от меня подальше. Хватит. Аслан, что это значит? Аслан, поговори со мной, поговори. Что-то здесь творится, однако. Рано или поздно я это узнаю. Все кончено, Аслан. Мало осталось. Аслан, с тобой все нормально? Нормально, учитель. Со мной все нормально. Ты была здесь? Я работаю здесь, Берчин. Хорошо? Сегодня даже ты не сможешь испортить мне настроение. Мы с Сузанной так хорошо провели время. Я такая счастливая, я на 7-м небе от счастья, понимаешь? Твоя опять ушла поплакать. Он сам больше не любит меня. Не преувеличивай, Берчин. Я пойду посмотрю. Иди, иди, утешь, любимая. Ой, она тоже из-за всего плачет. Чего она плачет, так не понять не могу. Аслан? С тобой все нормально? Какие-то проблемы? Что случилось? Все нормально, учитель. Аслан, пожалуйста. Я был откровенен с тобой. Рассказал обо всем, что тревожит меня. Ты тоже не отдаляйся, расскажи мне. Я слышал, что вы с Сузаном поссорились. Ты из-за этого расстроилась? Меня ничто, связанное с Сузаном, больше не расстроит. Эта книга накрылась. Но он все еще следует за тобой. Если хочешь, я могу пойти и поговорить с ним. Сказать, чтобы он держался подальше от моей девушки. Учитель. Мне кажется, пришло время положить конец этой игре в наши отношения. Слэм. Что ты такое говоришь? Что значит закончим эту игру? К тому же в то время, как все злы на тебя. Все не хотят, чтобы вы встречались с Сузаном. Мы не можем прекратить эту игру. Все и станет только хуже. К тому же, Озан с Берчин. Озан был вместе с Берчин. Он уничтожил и меня, и нашу любовь. Я пришла к вам домой, чтобы мы закончили эту игру. Но вы были очень больны. Я больше не буду участвовать в этой игре, учитель. Выходи. Вы меня звали, господин Мюмтаз. Проходи. Возьми. Это два билета на финальный показ факультета в честь окончания года. Пойдете вместе с господином Фатихом. Спасибо. Приглашение на двух людей. Поскольку господин Фатих наш партнер, он должен присутствовать на всех мероприятиях. А ты, как и его девушка, тоже поучаствуешь, наверное. Мы с ним больше не встречаемся. Не поняла? Мы с Фатихом расстались. Мы больше не вместе. Но я передам ему эти билеты. Благодарю вас.
Аслым, Паша, выслушай меня. Ты всем рассказала, что мы расстались. Узан тоже знает это. В таком случае я не смогу оберегать тебя. Ты останешься без защиты. Господин Фатих, я не нуждаюсь в вашей защите. С самого начала вся эта игра была ошибкой. Я никогда не должна была принять это. Ну все, хватит, все кончено. Доченька? Аслым, послушай, ты не должна прекратиться. Подумай о том, что сделала Берчин тебе. Я не позволю им обидеть тебя. Секундочку, секундочку. Господин Фатих, моя дочь не хочет вас. Не надо усложнять все. Можете, пожалуйста, уйти? Я прошу вас. Черт подери, вы испортите мне весь план. Почему не получается, мама? Я ведь немногого просила. Я просто хотела, чтобы Узан тоже любил меня. Почему не получается? Почему посчитали, что я недостойна счастья, мама? Аслым, я должна кое-что сказать тебе, доченька. Ну, что ты хотел мне сказать, матушка? Иди сюда. Доченька. Возможно, Узан не был вместе с Берчин. Возможно, Берчин устроила ловушку для Узана. Как же так? Что ты такое говоришь, матушка? Или ты что-то знаешь? Я сегодня пошла к госпоже Сибирь, чтобы погладить ей вещи. Там, в комнате Берчин, я нашла определенные лекарства. Госпожа Сибирь сказала, что это витамин, но это оказалось снотворное. Возможно, Берчин подсыпала Узану эти таблетки. Разве может такое быть? Может ли Берчин действительно построить ловушку для Узана? Берчин, я могу ждать всего. Я от Берчин, я от ее мамы. Раз уж Берчин знает о том, что тебе известно о почке, она может пойти на все, чтобы не потерять Узана. Тетушка Хедия, Аслым дома? Нет, она не дома. А где она? Не знаю, она не сказала. Однако, когда ей грустно, она уходит кое-куда. Может, она там? Тетушка Хедия, а что не так с Аслым? Она не хочет со мной разговаривать. Я отправил вам отчет об Берчин. Вы знаете всю правду. Но она все еще убегает от меня. Озан, послушай, сынок. Аслым видела вас с Берчин в одной постели. Она думает, что вы спали вместе. Поэтому она и убегает от себя. Даже если весь мир объединится против нас, я всегда буду ждать тебя здесь. Может, Берчин и не спала вместе с Узаном? Быть может, она лишь подстроила ловушку для него? Я здесь, Узан. Если ты действительно любишь меня, найди меня. Тетушка Хидея, я такого не делал. И никогда не сделаю. Из-за лекарств я могу кое-что забывать. Я пошел в Берчин, чтобы сказать, что хочу с ней расстаться. Я потерял сознание, а когда я проснулся, я уже был в кровати. Сынок, послушай, я верю тебе, но Аслым очень расстроилась. Я не уверена в том, что она поверит тебе. Она поверит. Я сделаю все, лишь бы не потерять Аслым. Озан.
Сынок, или ты действительно полюбил ее? Я не люблю Аслан. Но она нужна мне, чтобы уничтожить Узана. Узан?